Имя заслуженного деятеля науки Российской Федерации Бедзины Илларионовича Хубути навсегда связано с Рязанским медицинским университетом. Именно здесь он прошел путь от молодого аспиранта до профессора. Почти 40 лет Бедзина Илларионович руководил кафедрой нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией и курсом сосудистой хирургии. Сегодня вспоминали Бедзину Хубути его коллеги, ученики и земляки. Бедзина Илларионович был действительно уникальным ученым, с которым было очень приятно и поговорить, и пообщаться, ну, просто, наверное, даже о темах, о которых, ну, с аспирантом первого года, может быть, и не стоит говорить, а именно поговорить о каких-то жизненных вопросах, прийти за советом. Это был очень прекрасный человек, очень интересный, большой ученый. И для нашего университета он всегда будет значить очень много. Он и работал очень долго проректором, он подготовил уже тогда огромную плеяду специалистов. Поэтому Бедзина Илларионович – это действительно наша звезда, которая была в нашем университете, который никогда не погаснет, а, наверное, он и остается. Это была великая плеяда людей, просто великая плеяда людей, которые были настолько интеллигентны, настолько они были красивы и светлы душой, что даже получить неуд какой-то было как-то всегда приятно. И когда тебе говорили, вот, ну, понимаете, вы где-то вот недоучили, что-то у вас не получается, придите, пожалуйста, в следующий раз, возьмите этот объем обучения. И этого, наверное, они научили наше поколение. Все-таки верному отношению к работе, преданному отношению к работе и хорошему отношению к людям. Буквально неделю назад я вернулся из Грузии, был на родине Илларионовича Хубути. Там названа улица его именем, работает музей в той школе, где он учился. И там я с удовольствием передал вот те трепетные чувства, которые здесь испытывают к его памяти, и как и мероприятие было организовано, и большой низкий поклон вам от земляков Бедзина Илларионовича. Большое вам спасибо. Профессор Бедзина Хубути проводил большую врачебную и научно-исследовательскую деятельность. Он внес весомый вклад в развитие экспериментальной хирургии. Самое большое научное достижение Бедзина Илларионовича, ну, если абстрагироваться, если не идти по пути того, что действительно была большая работа по лазерам, по внедрению лазеров, по только разработке, он развил до очень высокого уровня экспериментальную медицину. Именно экспериментальные работы, которые сейчас встречаются очень редко. Они действительно единичны. Установка мемориальной таблички в честь профессора Бедзины Хубути на фасаде родного для него факультета морфологии была вопросом времени. Ведь работа над фундаментальными и прикладными исследованиями в стенах Рязанского медуниверситета продолжается. Но родоначальником этих научных направлений как раз и явился доктор медицинских наук, замечательный хирург и блестящий педагог Бедзина Илларионович Хубути.